Acreditando. You Ты отверг меня. You listened Ты послушал to дьявола. You showed him Ты выказал ему доверие. You, Ты, you, Ты до вчерашнего дня ничего не знавший о сатане. You so easily made так him легко сделал его своим доверенным другом и наставником. I respected Я уважал твою свободу, хотя ей ты обязан мне. You surrendered it to а ты отдал ее своему злейшему you врагу. Unwittingly ты невольно стал его помощником и пособником. И заплатил за это своим несчастьем. All, прежде всего, ты не понимал, что враг пользовался тобой для укоренения зла в твоем царстве, в месте, куда я приставил тебя, so о, небеса, never, теперь ты никогда, никогда не обретешь свой покой. Всем приветики! С вами Милис, и сегодня у нас на подходе новая игрушечка на прохождение. Она вышла очень-очень давно, но мне дали ключик, чтобы ее посмотреть, и вроде как она выглядит очень классно. Что-то в последнее время мы стали засматриваться на старые игрушки. Да, как Dead Space 2 и вот это вот, она 18-го года. Это самая старая игра на моем канале. Ух! Так что это у нас хоррор, ну, вроде как, а если быть точно, это психологический триллер, где мы будем играть за священника, которого обвинили в убийстве. Так что, да, обязательно надевай наушники и бери с собой что-нибудь покушать, и поставь, пожалуйста, свой царский лайкосик, мне будет очень-очень приятно. Спасибо тебе огромное. Что ж, поехали? Так, здесь можно, конечно, играть на геймпаде, но у меня что-то он не подключается, надо снова настройки подправить, поэтому... О! Он еще и новогодний, вообще прекрасно. Слушай. Как мне что-то сегодня звук наушник как-то пропадает, странновато, ладно. О, чувствительность огроменная. Подожди, подожди, подожди. Вот прям вот настолько она огроменная. Прям огроменная. Нифига себе, елочные игрушки. По-моему, они должны быть здесь, а не на двери. Слушай. На заперто. Ну, как бы тут... Эпь! Новогодняя на двери. Вот такого я еще развлечения не видела. Ты кто? Как мерзко. Blasphemy. Богохульство. Ёшкин матрёшкин. Кошку. Напоминаю, мы играем за священника, которого ложно обвинили в убийстве или... Что-то такое-то, ёпта! Готов поклясться, что эта штука следит за мной. Да я тебе верю, я тоже готова поклясться. Вы что, хрень там? Блин, у него шея так сломается. Да ё... У него она на 180 крутится. Трэш. Трагедия снова наносит удар. Всего несколько дней назад еще один мальчик был убит в церкви Святой Марии. Это седьмой ребенок из тех, которых сообщалось, что они пропали без вести только за прошлый месяц. Все они были бедными душами из приюта Святой Анны, по-видимому, под опекой отца Авраама Маркуса. Вот оно что происходит. Они сошли с ума. Они меня обвиняют? Каждую ночь я молился за безопасное возвращение алтарника. Бог мне свидетель, может быть, здесь замешано что-то нечистое?
У нас есть срочная новость о священнике-убийце из Черной башни. Свидетель сообщает, что он действительно убил этих 8 детей. Отец Райан Карпентер здесь с сообщением для него. Отец, мы должны поговорить о том, что вы совершили. Вы вызывали к ангелам, но в конце концов убили их острый. Они были невиновными детьми, отец. И кровь на ваших руках, и даже кровь на алтаре. Вы, чертов маньяк, сатана приготовил для вас местечко прямо у себя под боком. Они планируют делать вас командиром своей армии демонов. Поздравляю! Ё-моё, чё за трэш-то? А, прекратите, пожалуйста. Когда у нас такие глюки, у нас настолько глюки. Когда нас начинают обвинять, мы сходим немного с ума. Ну, короче, бывает. You used to call them angels, but in the end you killed them with a typewriter. Спасибо за подписочку. Да, надо будет отключить это дело. Blood on your hands. There's even blood on the altar. Девушки-матрёшки, дичь, это что? Я не знаю, но мы, кажется, вошли куда-то. А теперь вышли. Хорошо, закрывай, брат. Девушки, замолчи, пожалуйста, надо это дело переключить. Надо успокоиться. У нас припадок. Так. Father, we have to speak about what you did. You used to call them angels, but in the end you killed them with a straight razor. Да не мы это, я это не делала. There's blood on your hands. There's even blood on the altar. You're a demented maniac. Всё, я закроюсь. Можно я закроюсь? Satan has prepared a place by his side just for you. He plans to make you commander of his army of demons. Ладно, не получается. Так, зайчики. Зайчики, дайте, погодите. Я что-то хочу поделать. Мне надо, возможно, поискать что-то. Не понимаю, почему у меня такие глюки. Это мы посмотрели, вот это мы посмотрели, следующий мы посмотрели. Вот этот мы посмотрели, и все вот три ящика. А вот этот самый высокий мы не можем посмотреть. Господи, как нас просто носит. Ну, мы такие неадекватные. Так, это, конечно, смешно, забавно, но что мне делать? Так, ну, это наша, так сказать, униформа. Переключи эту фигню, иначе мы с ума сойдем. Едите из приюта. Ну, ты тоже, получается, из этого приюта. Father, we have to speak about what you did. You used to call them angels, but in the пожалуйста, end, помоги мне. Успокой меня, Святой Отец, помоги мне в эти темные времена, ведь ты знаешь, что я твой покорный слуга. Я слышал, как демоны пытались сломить меня. Мой разум омрачен сомнениями. Направь меня к свету в эти темнейшие часы. Где бы ты ни был, где бы ни был ребенок, я знаю, что ты с ним. Я не утрачу своей веры. Знаю, ты подашь мне знак. О, письмецо от Санты. Письмецо от Санты. Стой. А, давай звук погромче сделаю, если здесь возможно. Не знаю, просто мне кажется, чуть-чуть тихо. А вот так. А то в последнее время у нас мит. Прости меня, отец. Сегодня вечером я покинул этот мир. Я больше не могу выносить страданий. Когда думал, что смогу найти утешение среди смертных, но я был глупцом. Мы встретимся во время конца света. Я жду тебя и прошу, не отчаивайся. Может ли это значить, что ты жив? Но этот ребенок очень красиво писал, слушай. Он очень по-взрослому это делал. Так, ну я вижу ключик. Можно ли я его возьму? Ладно, я его взяла, но правой кнопкой. А какой? Окей. После его исчезновения я получил письмо, которое, как мне казалось, пришло из другого мира. От него исходил аромат рая. Это место еще одна из проделок дьявола. Это место не из твоего мира, оно находится в пределах досягаемости небес.
Это частичка рая. Сам Бог нам дал нам это место. Только храбрый, добродетельный и любящий человек может остаться здесь. Ты не один из них. Пока что. Со временем ты изменишься. Скоро твои глаза узреют истину. Ты сломаешь печать тайны. Мы сейчас попали в рай через эту дверь, получается? Блин, слушай, я второй раз убеждаюсь, насколько и ломаю свои стереотипы, насколько старые игры реально бывают классными. Графика тоже мне нравится прямо. Так душевно все сделано, так классно. Я, конечно, понимаю, что это за алтари. Блин, как? Ну, приятно. Не суперски, ну не аватар, но красиво. Так хорошо, звуки имеются. Вроде как. Ну, получается, мы сможем очистить свою душу, хотя мы ее не загрязнили, мы как бы хороший священник. Поэтому нам нечего очищать, но все же, видимо, есть. За что-то мы поплатились, либо потому что... У меня есть подарок для тебя. Изображение Христа — весьма любопытный подарок. Вы нашли иконы Весы, матери или типа того. Ты сможешь найти больше, они все разбросаны по всему миру. Принеси 8 из них великому жрецу, и он откроет тебе величайшую тайну о жизни и смерти. Помни, что в каждом месте, которое ты посетишь в моем мире, где-то спрятана икона. Приложи все усилия. Я забыла слово, как называется, короче, так сказать, нас же ложно обвинили, вот, так сказать, нашу карму испортили. Я забыла просто слово, как называется. Было ли то место реальным? Кажется, я схожу с ума. Мы пригласили нашего любимого отца Райана Карпентера, чтобы поговорить о последних событиях. Отец, вечер добрый и с Рождеством. Вечер добрый, спасибо вам за приглашение. Да благословит вас всех нас Господь. Касательно этих событий, я думаю, что мы платим за грехи, которых никогда не совершали. Так вы говорите, что нас наказывают за чьи-то чужие грехи? Вы имеете в виду отца Авраама? Послушай, сын мой, я всегда ношу Библию с собой. Помнишь девятую заповедь? Не произноси... Invited our beloved father Ryan Carpenter to talk about the recent events. Good evening, father, and Merry Christmas. Good evening, and thank you for the invitation. Ладно, но походу мы реально сходим с ума. Я хочу крови, плоти. Но это означает красное вино и священный хлеб. Почему лягушки? И почему они падают с неба? А почему здесь все затоплено? Стоп. Это вообще мой дом? Блин, опять эта хрень. Опять эта кукла. Ты что здесь делаешь, черт побери? Хватит за мной следить. Дверь, успокойтесь, пожалуйста. Красиво, очень важное. Римский ритуал. Я использовал его на Давиде, чтобы изгнать демона, который мучил нас долгое время. Я могу сюда спуститься? Я не собираюсь идти туда, там что-то есть или кто-то. Там что-то может типа скверное, нам туда нельзя. Ладно. Ну там реально демон. Запах вина. Отлично, мы сейчас что-то собираем, похожее для ритуала. Неплохо, но я хочу в рай, мне там понравилось. Мне там понравилось. Главное, чтоб Ютуб нормально воспринял все это. Там что, заповедник ворон?
Стой, я хочу это сделать это громче. Может, еще громче сделать? Ладно, надеюсь, по звуку норм. Священный хлеб. Отлично. Мы достаточно много всего берем уже. What kind of trick is this? Что это за трюки, кто принес сюда эти манекены из подвала? Нормально, вот для превьюшки пойдет? Пойдет, слушай. Только мне кажется, это немного... Иу! Странно. Holy water. Святая вода. There is a story about a priest. Ой, это рассказ о священнике и его блудице. Его звали отец Авраам, и ее леди Александра. Говорят, что она была верующим созданием и часто ночью посещала церковь, чтобы покаяться в своих грехах. Конечно же, отец Авраам молил Бога о прощении. Однако же позже ночью они снова разговаривали о грехах. Но на этот раз разговор был о том, как их совершить. Она коснулась его. Его плотская похоть не знала стыда. Она молила о том, чтобы он коснулся ее греховой плоти и почувствовал сладость ее губ. Однажды он сказал им, я хочу почувствовать вкус Христа на своих губах. Я хочу быть частью твоего безумия. Сдать литургию грехов, пить кровь Христа и поедать его плоть, чтобы искупить. Купаться в крови, чтобы быть с ним. Так. Нам нужен крест. Нам нужен куда помолиться. Нам нужна молитва. Подождите. Успокойтесь. Стоп. Стоп. О. Все хорошо. Они наговаривают на нас. Мы не такие. Мы очень хороший священник. Мы не предавались этому. Нас оклеветали. Ты будешь играть на скрипке или что? Никогда не было стыдно за мои отношения с Александрой. У нее всегда была особенная страсть к церкви и ко мне. Особенно ко мне. Так это правда. Я думала, а я тебя тут вообще-то оправдываю. А ты и вправду. Может, тогда ты и вправду убил? А? Ты за щупальца, блин, осьминога, я не поняла. Капец, он и вправду это совершил с Александром. Я в шоке. А я ему верила. Я верила, что он добрый, порядочный. В этих глазах есть что-то странное, не нравятся они мне. Смотрят прямо на эту дверь. А лягушки тебя вообще как бы... Не мешают, да? Бог мертв, создателя всего сущего больше нет. Блин, надо будет что-то со звуком сделать, что-то могу никак настроить, слушай, звук реально. Чтобы он не был ли. Громким идти. И все после количества протокола. А потише. Отец наш, Отче наш, иже еси на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
А можно как-то подольше, пожалуйста? Я не успеваю такие тексты читать и выговаривать. Таков текст как бы... непривычен для меня. Не знать я таких слов. Я маленький был в такие времена. Не читав я Библии. Не знать я такого. Так, ладно. Все еще у нас треш какой-то происходит в голове. Это или не в голове. Но эти все еще падают. А этого здесь не было. You will find... я вижу... Очень отсвечивает, да. Вижу окно человека, два стула, человек... Это вот это и вот это. Это вот это, как будто здесь кто-то может быть. И вот это. Два стула, телефон. Ладно, я пока немного не понимаю, что тут делать, что происходит. А? Я тебя уже трогала, да? А, я тебя не... То, что мы собрали, надо находить и взаимодействовать с этим, получается. Ладно. Убрали затоп. Видишь, как надо? Надо всего лишь почистить канализацию, и готово. Сливы надо почистить, прочистить. Что это такое? Ой, я ногу задела сильно. О, божечки, сводит. Как красиво-то. О! Закрыто. А что с гравитацией? Слушайте, сюда добавили Dead Space? Инка и маленький. Окей. Так, вот это все, что куда мы можем взаимодействовать. Кстати, вот сюда мы можем его поставить. Отлично. Я начинаю понимать эту игру, скорее методику. Ага, сюда что-то походу нужно будет. Блин, какой красивый стол, слушай. Там гроб. На заднем плане. Тут тоже снимай. Тюкучик, либо какая-то библиотечка. Кто рыбку раскидал на полу? Ну, ё-моё, ну, дорогая. Особенно Новый год. Сколько припасов у нас? Ты чё, лёд? Что у нас лёд здесь делает? Стойте, я просила лёд добавлять в коктейли, а не на пол. Вы почему так сильно расходуете и рыбу, и лёд? Что за дела? Куда нам столько гранат? Виношку будем делать какой-то. Девушек. Ну, рыбку тут разделывали, кто-то выбился. Надоело кому-то рыбу разделывать, он просто вот-вот-вот просто ударился уже головой. Вот, рыбку готовят, молодец, повара хорошие. Что? Я поняла, ты что там делал? Он поднял руку, что ли, на него? Что-то мне уже не нравится наш главный герой, что-то он уже не такой хороший. Как думаешь? У меня уже о нем мнение меняется.
Мы тут можем... Ого, какой тортик, тортик! Мы тут можем все что угодно почти тыкать, тут взаимодействие, как в этой же визе и тому подобное. Стой, подожди. Хочешь поиграть или ты меня куда-то ведешь? Ты мне хочешь что-то рассказать? Что? Это был какой-то бесконечный бред, в котором я мог сделать какую-то бессмыслицу, а в центре всего это был он. Давид, если ты не покажешь себя, то вся деревня увидит меня на виселице. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а детям всегда очень томительно быть теми, кто вечно объясняет им какие-то вещи. Послушай, я хочу подарить моей маме цветочек, но цветочек мертв. Ты можешь вернуть его к жизни? Нет, но я могу вырастить новый. Вот я не пойму, вот это что такое? Тут очень красиво. Классно. Звуки очень классные, атмосферные. Это горит. Так, ну теперь вот, наверное, не будет. Эти иконы похожи на те, которые плавают возле берега. Неужели я действительно потерял свою душу? Долг путь и труден, который ведет из ада к свету. Это, по-видимому, восточноевропейский язык. Стремись к небесам и успокойся с Богом. Это из оплакивания Христа, кажется. Да, тут явно не для меня. Не мое чтиво. Совсем не мое. О, еще. Анастасис. В переводе с греческого это означает воскрешение. В свете твоем мы прозреваем. Конечно же, мы слепы. Хоть и зрячие, но не видим. Хоть и слушаем, но не слышим. Это означает любовь к Богу. Вечная мудрость. Это случится, если я дойду до конца? Нет? Ну ладно. Не ладно, пойдем дальше. Так, я вижу дверь, значит, вот тут что-то имеется. Здесь чего-то не хватает. Stranger broke the flow of the holy tears. He was an ignorant. He ran from truth, but he fell into dark. Так он сломал поток святых слез. Он забрал сломанный элемент с собой. Он похоронен где-то неподалеку. Я не успела прочитать, потому что у меня что-то звук пропал. А, тут какая-то загадочка. Здесь я ее смогу решить. Реально надеюсь на это. Так, сюда пройти не могу. Сюда. А, я могу идти куда захочу? Имеется в виду. Я вижу, вот там вот что-то вот. Мне, оказывается, нравится психологически. Не страшно, но интересно. И захватывает. Овечка. Похоже, это могила того невежественного человека, о котором мне рассказывал Давид.
Там что-то есть. Не говори, что цветок какой-то. Господи, я еще тут не копала, да? Что я еще не делала, господи? Еще вот этого вот я не уделала. Что это такое? А, это ручка, как раз таки, которая нам и нужна. Так, а вот эта овечка меня куда-то приведет или нет? Нет, она меня никуда не приведет. Ну, значит, мне нужно обратно. Но там надо будет что-то настроить. Кажется, что-то типа компаса. Я не смогу, я не знаю. Я люблю играть в подобные игры с тобой. Ты немного скучен, как и все взрослые, но привыкнешь к этому со временем. Но я не понимаю. Но я не понимаю всего этого, что здесь происходит, но это очень интересно. Настолько, что прям захватывает очень сильно. Несколько мгновений, прогуливаясь по берегу, я совершенно забыла об ужасе в церковном приходе. Мне очень понравилось это место, и я хотела остаться там навсегда. Ну, конечно же, это же рад. Еще бы. Хотелось. Это ты еще в аду не был. Походу мы в нем. Так. Теперь нам нужно будет найти ключ, чтобы открыть... А, какой открыть? Освободить крест. Перед которым мы сможем идти. Это очень важно. Не могу поверить, что кто-то испортил такую чудесную книгу, чтобы спрятать ключ внутри. Мы оба знаем, что я не виноват. Ну, слушай, не знаю... Я не знаю, слушай, не знаю. У меня насчет тебя смутные сомнения. Нет, это безумие, я даже не вижу своего отражения в зеркале. Такое вообще возможно? Кто знает, только те дети, которых ты убил. Почему-то громко было. Да, со звуком надо... Так, у меня есть ключ, стоп, у меня ключ есть. О, боже, неужели мне действительно нужно пережить эти события? Тогда мне нужно подготовиться. Мне нужно взять мои четки и рясу, и римский ритуал и святую воду. Стоп, у меня есть щетки, святая вода. У меня нету рясу. Я не знаю, кстати, что это такое даже. Рясу, что это такое? Что это? Что такое рясу? А, скажите мне, пожалуйста, что такое рясу? Я не знать такого слова. Так, поскольку паровозик начал ездить, на нем какой-то дьявольский символ. Что-то здесь. Кто-то где-то здесь рядом. Может, как-то надо остановить этот паровозик? Как? Я не вижу никакого включателя и выключателя. Что такое рясу, я тоже не вижу. Очень жутко. А, это моя ряса. Она женская. А, чё-то ты здесь странное вытворял. Это точно твоими?
Молитва Святому Архангелу Михаилу во имя Отца Сына Святого Духа. Аминь. Приди на помощь людям, которым Бог создал по своему подобию, которых искупил большой ценой тирания дьявола. Эта церковь почитает тебя как своего хранителя и защитника. Тебе Господь поручил привести души, искупленных на небеса. Поэтому молись, чтобы Бог сокрушил сатану под нашими ногами, чтобы не мог их больше удержать. Предай наши молитвы Всевышнему и безотлагательно, чтобы он мог навлечь на свою милость. Схвати дракона, змея, которым является дьявол сатана. Я постаралась еще тише сделать просто в этот момент, поэтому я не дочитала, так сказать. Обновленный экзорцизм. Вы пережили ужасающую ночь экзорцизма. Ё-моё. Всё, паровозик ту-ту. Ха, паровозик сел. Он охренел. Вместе со мной. Погромче. Печи, что-то есть. Крест какой-то, слушай. Ты огонь, сжигающий недостойных, не сожги же меня, Создатель мой, пройди лучше в члены тела моего, во все суставы, во внутренности, в сердце, и сожги тернии всех моих согрешений, сожги тернии всех моих грехов, очисти мою душу, освети мой разум, укрепи мои колени и кости, просвети простоту моих пяти чувств. Отлично. Что мне делать-то? А, я поняла. Шесть, шесть, шесть. Прям туда, по конь! Что ты делаешь? Ты его что, съел? Ты сожрал его, что ли? Ты чё, реально псих? Чё он, да ёпта, сделал, я не понимаю. Кто это? Ты безумный маньяк, недостоин держать такой великий артефакт. Разве ты не знаешь, что раненые руки не способны держать подобный яд? Оставь, Господи, в свете твоем мы видим свет. Я бредил, сходил с ума, переживал каждую из предыдущих событий вновь. Насмехался над демоническим воплощением Давида. Боль была невыносима. Спустя время я получил еще один знак от него. Впечатляющая музыкальная шкатулка в форме сердца. Это поистине великий артефакт. Должно быть, я забыл ее, когда покидал дом. Будь осторожен, ты несешь ответственность за то, что нашел. Почему мне так знакомо это место? Что-то подсказывает мне, что это красивый и невинный сон. Пресс, Уан. Боюсь, что я один из тех, кто бездушен, в отличие от тех, несчастных душ, похороненных здесь. Там не согласование. Вообще, правильно написано. Так, что мне с этой штукой делать, пока я не пойму. Ну, давай на этом приостановимся. Продолжим играть уже в следующей серии, так что, если хоть продолжение тебе понравилось, и просто, чтобы мне было приятно, поставь свой царский лайкосик. И напиши что-нибудь в комментариях. На самом деле, как тебе игрушка? Напиши, потому что мне она понравилась. Очень интересная, реально. Она очень необычная своим сюжетом, и даже своей красочностью, могу сказать. Потому что это наподобие хоррора, но нет. Но она очень красивая, не прям стрёмная, какая-то вся темно-серая и тому подобное.
Мне очень понравилось. Так что напиши свое мнение в комментариях. Мне очень интересно будет почитать, ответить. И все. Спасибо за просмотр. Все ссылочки есть в описании канала. И всем пока-пока.